Добрый день, уважаемые друзья, мои подписчики и зрители моего канала. Вас приветствует Андрей Гой и канал Авантюра Плюс. Всем привет! Я в этом году увлекся зимней ловлей, зимней рыбалкой. Мой друг Алексей Безруков втянул меня в эту авантюру очередную. И так как у меня не было вообще никаких ни инструментов, ни снастей, первоначально Алексей мне помог с удочкой, с мормышками. И мы, так как ходили мы с ним вместе на рыбалку, приезжали, у него был бур, и мы бурили с его помощью лунки. Но так как я все-таки и сам хочу половить рыбу, не всегда Алексей может вырваться на рыбалку. Поэтому я приобрел бур, ящик и санки. Вот ледобур ко мне пришел, ящик ко мне пришел, санки немножко запоздали. Так что приду чуть попозже. Я вам их еще покажу. А пока посмотрим, что мне прислал Яндекс.Маркет. Я заказал ледобур Sonar L130, по-моему, называется. И ящик для рыбалки. Откроем, распакуем, посмотрим, что там внутри. Я думаю, начнем с ледобура. Он мне более интересен даже, чем ящик. Поэтому начнем с него. Хорошо упакован. Много слоев пленки. Уже вижу, что красивый, очень красивый ледобур. Ширина лунки у него 130. По совету бывалых рыбаков купил именно такую ширину, чтобы он бурил такой шириной лунку. Потому что 110, говорят, бывает, не хватает мало. 150 тяжелее крутить, а 130 самый раз. Так, вот он такой, еще в одной пленке. Белая ручка, светлая. И сам зеленого цвета. Вот такой красивый ледобур. Так, вот он, красавец, Sonar. Так, здесь инструкция, то есть паспорт изделия, ледобур шнековый, ЛК-130Л. Так, раскроем. И это. Так, это ножи, как я понимаю. Да. Ножи закрыты. Вот такой. Новенькие ножи. Оставим и попробуем его собрать. Так. Все, ледобур собран. Такой красивый. Верхняя часть у него покрашена белой краской светлой. Нижняя часть зелененькой. Ух ты, ножи острые. Сразу порезал себе руку. Красота. Вот такой ледобур
я буду использовать на рыбалке. Так, теперь его отложим в сторону и посмотрим, что за ящик мне пришел. Так, даже боюсь их класть на диван, слишком острые ножи. Закрываю ножи. Вот такой вот крышечкой. Так. Складываю в исходное состояние его. Оп. Вот. И защелкнул. Все. И в таком виде его можно перевозить, переносить. Красота. И вот вторая моя покупка. Это ящик для рыбалки. Тоже упакован хорошо. Красивый. Сейчас я его разверну. Скажу вам его характеристики. Купал его на Яндекс.Маркете, магазин Фишемания, как и Ледобор. Распаковываем. Опять же, хорошо упакован. Очень хорошо. Вот такой вот ящик красивый. Так. Сверху у него пенка, чтобы было удобно сидеть. Это обязательно попробую. Так, объем его 19 литров. Ящик зимний односекционный. Ударопрочный, морозостойкий пластик. Так, что больше никаких у него данных на нем выходных нет. Открываем ящик. В ящике коробочки для хранения снастей. 4 штуки. Это навесные, как я понимаю, карманы. 2 штуки. Оснастим его сразу. Раз до щелчка. И второй карман. До щелчка. Вот такие кармашки красивые. Можно положить удочку зимнюю. Так, что здесь еще есть? Это паспорт изделия. Ящик зимний. Фишбокс. Группа компаний Тонар. Опять же, как и Ледобур. И внутри еще вот такие перегородочки. Можно разделить ящик на секции. Вот. Внутри есть направляющие. И можно в эти направляющие перегородочки вставить. И разделить ящик. Раз. Два. И три. Вот такие перегородочки разделили ящик. Сверху можно положить, в принципе, еще какую-нибудь полочку. И тогда ящик у меня будет аж двухсекционный. Двухуровневый, точнее даже. Ну, очень даже неплохо. Так. Ремешок. Ремешок я не вижу, ремешка нет. Ну, с ремешком я что-нибудь придумаю. Друзья, я все-таки немного ошибся. Ремень в ящике был. Я еще удивился, что, ну, должен здесь быть ремень. Я его просто не сразу заметил. Он был в одном из ящичков. Вот он. Вот такой красивый ящик будет у меня на рыбалке. Так, попробую еще на нем посидеть.
Как он по высоте подойдет ли? Оп. О, очень удобно. Сидишь, берешь удочку и ловишь. Вполне, вполне. Ничему не мешает. Если что надо, достал. Замечательно. Вот так удобно можно одеть ящик на плечо и идти с ним на рыбалку. Я, конечно, надеюсь, что я буду ходить на рыбалку с санями и буду его вести на санях. Но, тем не менее, можно вот его нести и так. Можно укоротить ремень и нести за ремень каким-то образом. Вот. Вот так, такого плана переноска. В общем-то, вполне, вполне удобный ящик. Мне уже не терпится его опробовать на природе. Так что скоро я поеду на рыбалку и опробую свои новые снасти. Друзья мои, вот такие у меня обновки на сегодняшний день. Как испробую их, отпишусь. Как прошел первый опыт, как прошла первая рыбалка, я думаю, что это уже будет очень скоро, потому что погода позволяет, не очень холодно, сейчас 0 градусов на улице, даже плюс 1, но лед тем не менее довольно толстый, намерз за время морозов, поэтому в ближайшее время я выберусь на рыбалку и испробую эти новые снасти. Удочка есть, теперь у меня есть ледобур и ящик. Так что порыбачим. Спасибо за внимание. С вами был Гой Андрей и канал Авантюра Плюс. Встретимся на рыбалке. Всего доброго, друзья. Поехали.